Университет Восточного Лондона является нашим партнером по проекту. Микс предпринимательства и креатива наших партнеров с британской стороны позволяет нам создавать все программы, все тренинги, воркшоп под ключом предпринимательства для развития предпринимательской жилки у всех участников, для того, чтобы все участники могли развить свои творческие стороны именно с позиции предпринимательства. Мы открыли интерактивную площадку как креативный хаб, единственная в Усть-Каменогорске и, возможно, даже во всей области, на базе которой генерируются идеи и встречаются творческие люди. Прошлым летом мы делали первый в городе креативный фестиваль, где каждый день был посвящен определенной профессии. Мы предлагали алгоритм действий для того, чтобы освоить данную профессию. К нам приезжали наши партнеры из Восточного Лондона для того, чтобы познакомить нас с своим образом мышления насчет креативной индустрии. Наши студенты ездили в Лондон для того, чтобы увидеть, как в реальной жизни работают креативные индустрии. Мы узнали больше о том, что такое креативная индустрия. У нас появились новые партнерства и связи для новых интересных проектов. Мы поняли в рамках университета то, что креативное мышление может быть включено в любой учебный план для развития креативных и предпринимательских навыков. Все вот эти знания и навыки, полученные в рамках программы, послужат нам в будущем для открытия креативных дисциплин.